Депутат парламента республики Зелимхан Ватаев от имени главы вручил медаль во славу Осетии председателю благотворительного фонда «Спасательный круг» Геннадию Цгоеву. Награждение состоялось в рамках антинаркотической акции, которую провели сегодня во Владикавказе. Приняли в ней участие студенты Владикавказского торгово-экономического техникума. Собравшимся показали фильм о последствиях пагубной зависимости. Им также рассказали о том, что выбор всегда за самим человеком. В пример привели достижения прославленных спортсменов Осетии, которые добились в спорте больших успехов. Такой контраст, по словам организаторов, должен вдохновить молодое поколение вести здоровый образ жизни. После собравшимся показали концерт с участием известных в республике артистов. Надо демонстрировать это, чтобы люди немножко задумывались, те, которые не наркоманы еще. Вот. А потом уже показывать другую сторону медали, там, позитивную. То есть спортсмены, они все здесь, вживую, олимпийские, чемпионы мира. Есть старшие товарищи в виде спасательного круга, и тут есть у вас и контакты. Есть те уважаемые наши спортсмены, уважаемые наши педагоги, кому вы просто можете подойти и сказать: уделите мне внимание 5 минут, мне нужно просто выговориться. И поверьте, вам найдут эту возможность и помогут, в прямом смысле они помогут. Поэтому никогда не стесняйтесь. Бойтесь тех, которые вам будут улыбаться и говорить: хочешь вот это попробовать, да? И у тебя пройдет все. Вот это враг номер один.